Всем привет! Добро пожаловать на канал Хобби Про. Видео о изменении подставки для тисков, версия 2. Итак, это вот остатки от версии 1. Видео об изготовлении вот этой подставки есть на канале, ссылка будет в описании и в подсказочке. И решил я ее переделать, потому что не нравится, как она стоит. У меня здесь поверхность неровная, и вот эта штука не может выровняться. То есть она тут на окочках болтается. Если, например, нужно отпилить какой-то брусок или поработать в тисках, то вот эта вот конструкция вся шатается. Срезал я верхнюю часть, верхний лист, к которому крепились тиски, и сделал новый вариант. А теперь подставка будет выглядеть у меня вот так. Попробую, насколько будет устойчив такой вариант. Используются три ноги для того, чтобы она сама выравнивалась на поверхности. Внизу сделаны штыри. Вот эти вот, которыми она будет впиваться в землю и таким образом не крутиться. Ну, я так думаю. Сделал вот здесь вот тоже треугольник. Здесь будет некая полочка. Может, сюда брошу либо оцинковку, либо ДСП. И будет такая полочка. Может, и вниз тоже. С обратной стороны вот здесь вот тоже приварил кусочек профильной трубы 40 на 40. Здесь будет болтаться молоток. Уличный молоток. Есть у меня такой здесь. Нет у него своего места, и надеюсь, вот теперь будет. Тиски у меня те же самые, других пока нету. Поэтому эту площадку верхнюю я оставил также, и, соответственно, она подходит. Нужно сейчас закрепить и провести, может, какие-то испытания. Уличный вариант молотка, также металлический, с приваренной трубой. Как видите, и полочка пригодилась, и тиски, в принципе, стоят, ну, по крайней мере, получше, чем они стояли до этого. Немножко, конечно, шатаются, но я думаю, земля утрамбуется, и они как бы встанут уже более-менее жестко. Не делаю я специально здесь какой-то бетонный столб, может, ну, то есть как-то с землей забетонировать, потому что место для них не стационарное. То есть они могут передвигаться. Здесь у меня сделан стеллаж, на котором также располагаются ящики, и нужно их вынимать. Поэтому сделана мобильная такая вот подставочка, мобильные тиски. Но надеюсь, теперь они будут стоять более уверенно и пользоваться будет ими поудобнее. В принципе, вот за эту подставку, за эту полочку, можно их, в принципе, и переносить. То есть можно взять и куда-то их передвинуть, если это необходимо. Высота у меня вот до тисков 80 сантиметров от земли. Трубы использовал круглые 3 четверти дюйма. На перемычке труба 15 на 15. Здесь пластина восьмерка или десятка, уже не помню. Что ж, вот такая подставка у меня получилась, версия 2. Посмотрю, как будет в использовании. Если у вас будут какие-то советы или комментарии по данному видео, обязательно пишите. А на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.